мы купили вот такой коврик для морских свинок. Получается, он по ширине подходит. Подходит. Сейчас немножко вот так заверну. О, идеально. Мягенько прям сейчас будет бегать. Круто, да? Ну, пока да. И бегает сразу. Если они не съедят этот кот. Сменим воду и кормушки. В общем, не получился у нас туалет. Кормушку они не могут поделить одну. И мы для них сделаем две кормушки будет у них. Прикрепили двусторонний скотч, прикрепили к кормушке. Сейчас. Потому что они вот так ее поднимают головой. И все, они рассыпаются потом, весь корм. Мурлыкает. Это вообще ты начинаешь животное. Все. Так, вот они услышали звук пакета и... И о, видите, мы хотели вам показать, как они умеют. Отвидел? Покажи, как они встают. Вот они какие у нас. Длинные. Ну, теперь их угости. Пусть они же почувствуют. Стой, надо под руку. Так, тебе, и чтобы не убирался. Стой. Ну какая ты хрюшка. Надо почти давать им. Почти, да? Ой, господи, сразу им давай. Мам, ему давай. После, что ты тут за цирк устроил? Сразу давай. А что они делают, если сразу не давать? Пищат. Как? Вот, этот уже съел. Опа. Хочешь, да? Это они петрушку так любят, да? Больше они на что они так не реагируют, да? Конечно. Укроп еще, да? А укроп так же самое. Серьезно, сразу съела, это доедаем только. Никогда не видел, что они такие счастливые. Посмотрите, как они миленько лежат. Покушали.